дорогие друзья, сегодня мы стоим перед вами с тяжелым сердцем, чтобы поделиться новостью о потере одного из ярких звезд российского кинематографа. Год 2024 ознаменовался не только новыми надеждами и мечтами, но и несчастьем, которое охватило многих из нас. Новости, как часть нашей жизни, приносят с собой не только радость и восторг, но и тяжкую печаль. В 2024 году мы встретились с новостями, которые оставили серьезные раны в сердцах многих из нас. Мы потеряли не просто талантливых людей, мы потеряли истинных мастеров, чье искусство проникало в самые глубины нашей души. Сегодня мы с тяжелым сердцем прощаемся с одной из ярчайших звезд нашей культуры. На Новодевичьем кладбище, среди скорбящих сердец, прощаемся с легендой Владимиром Машковым. Его имя стало символом творчества, мудрости и вечной любви к искусству. Владимир Машков был не только великолепным актером, но и талантливым режиссером. Его работы, будь то на большом экране или на сцене театра, всегда оставались в памяти зрителей. Его персонажи, его истории, его мастерство перевоплощения – все это делало его настоящим кинематографическим гением. Но путь к славе не был легким. Еще на ранних этапах своей карьеры Машков сталкивался с трудностями и сомнениями. Однако, благодаря поддержке и вере Олега Табакова, он смог преодолеть все преграды и стать одним из величайших артистов своего времени. Сегодня, вспоминая его работы в таких фильмах, как «Лимита», «Вор», «Кандагар», «Ликвидация», мы понимаем, что мы потеряли не просто актера, а настоящую легенду киноиндустрии. Его талант, его страсть, его преданность искусству останутся с нами навсегда. Владимир Машков был не только актером, он был философом, мудрецом, вдохновением для многих. Его жизнь и творчество будут всегда напоминать нам о важности страсти, веры и постоянства в деле, которое мы любим. Каждый шаг, каждая мимолетная улыбка на его лице, каждый миг на экране – все это были маленькие капли его души, которые навсегда останутся в нашей памяти. Владимир Машков не просто играл свои роли, он воплощал в них часть себя, отдавая всю свою энергию, страсть и талант. Его история успеха напоминает нам, что ничто не невозможно, если есть настоящая любовь к тому, что ты делаешь, и если есть вера в свои силы. Он не только преодолел трудности, но и стал вдохновением для многих молодых талантов, показав, что даже самые сложные испытания могут быть преодолены, если ты настоящий мастер своего дела. Вспоминая его величие, мы должны следовать его примеру, быть преданными своему искусству, стремиться к совершенству и никогда не унывать перед трудностями. Пусть его светлая душа будет нашим ориентиром и вдохновением на протяжении всей нашей жизни. И хотя мы сегодня прощаемся с Владимиром Машковым, его наследие будет жить вечно. Его фильмы будут продолжать вдохновлять, его театральные постановки будут продолжать волновать сердце зрителей, а его имя будет вспоминаться с почтением и уважением каждый раз, когда мы будем говорить о великих людях кинематографа. Режиссерское мастерство Владимира Машкова проявляется не только на экране, но и за камерой. Его работы как режиссера приобрели признание критиков и зрителей, позволяя ему раскрыть свой творческий потенциал в полной мере. Помимо актерской деятельности, Машков также не раз заслуженно удостаивался признаний за свои режиссерские проекты. В 1992 году он дебютировал как режиссер, представив две постановки в родном театре. С тех пор его кинематографический путь был озарен звездами успеха. Совмещая работу актера и режиссера, Машков стал символом кинематографической непредсказуемости и глубокой многогранности. Его фильмы и постановки не только развлекают, но и заставляют задуматься, проникают в самые глубины человеческой души. Несмотря на свою многогранность и разнообразие ролей, Владимир Машков остается верен своим принципам и искусству. Его талант и преданность профессии делают его не просто актером, а настоящим кинематографическим гением. И даже спустя годы, когда наступает пора спокойного отдыха, Машков продолжает вдохновлять и восхищать нас своим творчеством. Его лента «Домовой» вновь дарит нам возможность заглянуть в самые глубины человеческой души, взволноваться и задуматься о вечных ценностях и противоречиях жизни. Таким образом, творчество Владимира Машкова остается актуальным и значимым не только для его поклонников, но и для всего мирового кинематографа. Его работы продолжают вдохновлять и волновать нас, а его имя останется навсегда в истории кинематографа как символ выдающегося таланта и преданности искусству.
С годами Владимир Машков не только утвердил себя как выдающийся актер и режиссер, но и стал объектом восхищения и вдохновения для многих. Его необыкновенная способность погружаться в образ, глубокая эмоциональная интенсивность и уникальный стиль сделали его одной из самых ярких звезд не только в российском, но и в мировом кино. Путешествуя по разным странам и культурам, Машков неизменно оставался верен своим искусственным принципам. Его участие в проектах за рубежом не только приносило новый опыт, но и расширяло горизонты его творчества. Он не боялся принимать вызовы, и каждая новая роль становилась для него возможностью открыть новые грани своего таланта. Параллельно с кинематографом, Машков продолжал активную театральную деятельность. Его выступления на сцене всегда были событием, привлекавшим внимание критиков и зрителей. Его умение вживаться в разные роли и делать их неповторимыми оставалось восхитительным и впечатляющим. Но не только талант и профессионализм делают Владимира Машкова таким выдающимся артистом. Его человечность, доброта и открытость всегда оставались его неотъемлемыми качествами. Он всегда находил время для общения со своими поклонниками, поддержки начинающих талантов и участия в благотворительных акциях. Сегодня, вспоминая его великолепное наследие, мы должны признать, что Владимир Машков стал не только знаковой фигурой в мировой культуре, но и воплощением самых высоких идеалов искусства и человечности. Его имя останется в наших сердцах навсегда, напоминая нам о том, что истинное искусство способно сделать мир лучше и прекраснее. Владимир Машков оставил неизгладимый след в истории кинематографа, превратив свои роли в настоящие произведения искусства. Его уникальная способность перевоплощаться, эмоциональная глубина и пронзительная правдивость заставляли зрителей проникаться и сопереживать каждому его образу. Смотря на его игру, мы погружались в мир чувств и эмоций, оставаясь под впечатлением даже после завершения фильма или спектакля. Однако, помимо таланта и профессионализма, Владимир Машков был также символом силы духа и стойкости. Его жизненный путь полон был трудностей и испытаний, но он всегда оставался верен своим принципам и искусству, неуклонно идя к своей цели. Его пример вдохновляет нас не только в творчестве, но и в жизни, напоминая о том, что невозможное становится возможным, если есть настоящая страсть и преданность своему делу. Сегодня, когда мы горько прощаемся с этим великим артистом, мы остаемся с его наследием, которое будет жить вечно. Его фильмы и спектакли будут продолжать вдохновлять и волновать нас, а его имя останется звездой на небосводе кинематографа, ярким и неугасимым. Владимир Машков не просто актер и режиссер, он стал легендой, символом своего времени и воплощением самых высоких идеалов искусства. Его уход оставляет огромную пустоту в сердцах многих, но его дух и его творчество останутся с нами навсегда, напоминая о величии человеческого духа и силе искусства.